скандальный финал Формулы-1, мастер-класс от Ламы и провал в Еврокубках, итоги спортивной недели. Победа Василия Ломаченко в бою против Ричарда Коми стала одним из главных событий прошедшей недели в спорте для Украины. Кроме этого в Формуле-1 сказочно, но с привкусом скандала, завершился сезон. Подробнее о главных событиях спорта прошедшей недели в материале РБК Украина. Скандальная сказка F1. Решающая гонка сезона в Формуле-1 проходила на трассе в Абу-Даби. Именно здесь должна была решиться судьба чемпионства. За титул сражались британец Льюис. Хэмилтон из Мерседес и нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из Red Bull. Для британца все шло по плану. На последнем круге он шел лидером, но буквально на последних поворотах Ферстаппен обошел его и обеспечил чемпионство себе и Редбулу в Кубке конструкторов но не обошлось без скандала. Дело в том, что на последних кругах гонки на трассе находился автомобиль безопасности. При этом между Хамилтоном и Ферстаппеном было сразу пять гонщиков, которые отставали. На круг. Привычно в таких ситуациях круговым дают возможность обойти лидера, чтобы вернуться с ним в один круг. Однако сперва организаторы это делать запретили, но после все же разрешили. В итоге нидерландец оказался прямо за спиной главного конкурента и шансом воспользовался. После гонки Мерседес оспорил легитимность победы Ферстаппена, но протесты были отклонены, а нидерландец стал 34-м победителем Формулы-1. Еврокубковый провал. Нынешний еврокубковый сезон для украинских клубов в актив точно пойти не сможет. Ни один из трех клубов, участвовавших на групповой стадии, Динамо Шахтер и Заря, не смог пробиться в Евровесну. В итоге лишь 4,200 балла в рейтинге стран УЕФА, это худший показатель Украины за последние 16 лет. В сезоне 2005-2006 украинские клубы заработали 3,795 балла. Тогда Украину на Евроарене представляли Динамо и Шахтер в квалификации Ч. Металлург да и Днепр в Кубке УЕФА ни Динамо, ни Шахтер квалификацию Че пройти не смогли. Но если горняки попали в Кубок УЕФА, то киевляне и вовсе покинули Еврокубки после второго раунда квалификации, уступив швейцарскому Туну 2-3 по сумме двух матчей. В Кубке УЕФА Донецкий Металлург также в групповой раунд пробиться не смог, а Днепр хоть туда и попал, но набрал лишь три очка и вылетел. Шахтер из группы в одном дробь 16 финала пробиться смог, набрав 9 баллов. Но в генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Плей-офф сразу же уступил Лилю. Нынешний сезон стал самым неудачным с того времени. Мало того, что в нынешнем году от Украины участвовали сразу пять клубов в Еврокубках, так еще и турниров стало не 2, а три, к Чейле -ли добавилась Лига конференций. Но Ворскла и Колос до групповых раундов ЛК дойти не смогли, а Динамо Шахтер и Заря, хоть и пробились в основной раунд, но в Евровесну пробиться не смогли. На троих клубы набрали лишь 10 очков, 7 у Зари, 2 у Шахтера и 1 у Динамо. Причем это впервые, когда луганчане набрали больше баллов, чем горняки и динамовцы. Дорога к возвращению поясов. В воскресенье 12 декабря утром Василий Ломаченко полностью деклассировал ганского боксера Ричарда Коми и приблизился к поединку за чемпионский пояс. Бой хоть и прошел все 12 раундов, но в преимуществе украинца вопросов не было. В седьмом раунде Лома нанес сокрушительный удар по коме, от которого тот упал на настил ринга. Он, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт, поднялся, но в глазах был туман. Рефери бой не остановил, а вот сам Ломаченко после сигнала судьи о возможности продолжать, будто не хотел добивать оппонента. Он несколько раз обращался к углу Коми с вопросом, не хотят ли те поединок остановить. Полотенца никто не выбросил, а бой продолжился. К чести Коми стоит отметить, что он смог восстановиться и даже несколько раз в концовке попасть по украинцу, но перевес был огромным. В итоге 119, 108, 117, 110, 119, 108 победа. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Ломаченко который также завоевал второстепенный пояс WBO Intior Continental. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Сейчас в легком дивизионе основными чемпионскими поясами владеют Джерванта Дэвис в БА, Дэвин Хейни WBC и Джордж Камбасос IBF и WBO. После победы Лома заявил, что готов драться с любым из них, а главной его целью являются эти четыре пояса. Биатлон в австрийском Хохфельцене завершился третий этап Кубка мира. Украинские биатлонисты суперрезультатами не блистали. Хотя женская сборная неплохо провела эстафету, заняв пятое место. Все результаты. Этапа. Мужчины. Спринт. 1. Яханис Кюн. 0 плюс 1. Плюс 26. 0,5. Мартин Пансилуома. 1 плюс 0. Плюс 14,3. Антон Смольский 0 плюс 0, плюс 20,5. 17. Артем Прима 0 плюс 0, плюс 54,3. Дмитрий Педручный 1 плюс 1, плюс 55,6. Антон Дудченко 0 плюс 1, плюс 1, 10,1. Артем Тищенко 1 плюс 0, плюс 1, 40,0. Богдан Цимбал 0 плюс 3, плюс 2,

Юлия Джима 0 плюс 2, плюс 1, 32,9. Елена Белосюк 1 плюс 0, плюс 1, 44,3. Дарья Блашка 1 плюс 1, плюс 2, 58,3. Ирина Петренко 2 плюс 0, плюс 3, 12,6. Ольга Абрамова 0 плюс 1, плюс 3, 25,8. Преследование 1. Марти Олсбюр Ойселанд, 0 плюс 0 плюс 1 плюс 0, 30. 0,4,1. Анна Сала, 0 плюс 0 плюс 2 плюс 1, плюс 4,1. Эльвира Карин Эберг, 1 плюс 0 плюс 0 плюс 0, плюс 23,3. 13. Елена Белосюк, 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0, плюс 1, 36,8. Юлия Джима, 3 плюс 0 плюс 2 плюс 2, плюс 4, 0,9,6. Эстафета, 1. Швеция, 1 плюс 8, 1, 13, 52,5. Россия, 0 плюс 10, плюс 29,1. Франция, 0 плюс 14, плюс 59,2,5. Украина 0 плюс 13, плюс 1, 33,0.